Привет, я вот приготовила гречку. Гречку у меня тут с фаршем. Вот немножко кусочек фарша видно. Вот я всегда такую кашу готовлю. Вот. А сейчас я хочу, значит, приготовить самсу. Это у меня, значит, фарш. Не фарш, это кусочки мяса, которые я обрезала. Это вот у меня такое жилистое мясо, которое в мясорубку не идет. Я, в общем, порезала вот так кусочками, порезала лук кусочками, в общем, для самсы. И вчера купила вот тесто. Вот оно у меня уже оттаяло, сейчас я буду печь. И вот у меня еще лежат листы. Вчера 5 штук купила, вот. И, в общем, я хочу приготовить сегодня самсу. Я так вот раскатала на 4 части. Вот этот пакетик я разделила на 2 раза. Вот это одна часть, это вторая. Вот так раскатала, вот. Сейчас буду лепить. Вот так вот я их складывала. Вот так зажим делала. Вот такая у меня получилась треугольная самса. Ну вот я смазала лист маслом. Вот сейчас буду вот так раскладывать. Вот. Сколько, не знаю, сколько у меня тут получится. Швом вниз. И потом смажу яйцо. Вот я приготовила яйцо. И смажу яйцо. И вот поставлю выпекать. Так выпекать я буду при 120 градусов. Ой, 120, 180 градусов. Я всегда так пеку. В печке, в электрической. И, не знаю, на полчаса поставлю, потом посмотрю. Как подрумянится. Я уложила, вот у меня здесь 8 штук поместилось, вот один лист вот этого теста слоеного, дрожжевого я в этот раз взяла. Ну все, отправляю в духовочку, потом буду снимать уже готовые. Ну, вот у меня получились вот такие вот самсы. Я немножко вот их, я поставила на 30 минут, но 10 минут лишние. 20 минут, это надо, чтобы было 20 минут, в общем, 10 минут, это, не допекло, ну, в общем, 20 минут пеклись. Вот, у меня автоматическая, сама отключается, я поставила на 30 минут, но надо на 20, хорошо посмотрела. Вот так немножко они вот, ну, они не подгорели, но такие вот золотистые, как вот, как, ну, вот так вот. Вот такие вот, золотистая такая корочка. Следующий я буду ставить на 20 минут. Вот. И покажу снизу. Вот такие вот они снизу. Вот я перевернула. Вот. Ну, на вкус не знаю. В общем, попробуем. Немножко передержала. Надо было 20 минут поставить. Но я подумала, думаю, вроде мясо. Поставлю на 30 минут. В общем, ну вот такие вот самсы. Вот, сижу, дегустирую. Вот такая внутри, мясо готовое. У меня вот так дома всегда шумно. Вот. Самса получилась очень вкусная. Вот это внутри вот так вот все. Мясо готовое, все пропеклось хорошо. Вот, ну очень вкусно. Мне понравилось. Это у меня вторая партия. Вот все равно где серединка. Она немножко вот поджарилась. Но меньше ставить время мне не хочется, потому что я боюсь, что не будет мяса. Вот которые крайние, они прям все такие красивенькие, хорошие. Вот. А две вот все равно немножко они поджариваются. Вот это вторая партия. Вот. Сейчас буду еще делать, потому что у меня вот осталось мясо. Сейчас вот это мясо еще, ну, наверное, еще на 8 штук уйдет. Вот, сегодня у нас самса. Ладно, всем пока-пока.